Всем привет! 7:20 утра. Лайфхак. Я оставил машину напротив центрального стадиона, чуть ниже Абая, по улице Шагабуддинова. Там есть станция Алматы Байк. И вон тут на Наваи, прям возле старта тоже. Ну, можно и на такси поехать, или на самокате. Разминка. Спасибо. Спокойно, но все равно без остановки. И останется до старта 50 минут. В 7:40 мы разминку делаем. Сейчас надо парковаться, ставить вещи в камеру хранения, съесть гель и на разминку с ребятами. И пока я ехал, две машины остановились на светофоре, типа, поехали со мной, давай, устанешь так. Так что, люди добрые. Нас ненавидят, но ничего страшного, мы сейчас отсюда убежим и будем будить уже центральный стадион. Внимание, трехминутная готовность и завершающие 10 секунд. Ну что, вместе? 30, забыл записать. Гонка только началась и отстегнулся ремень, блин. Сейчас будет бойко. Пока все вниз. Третий километр. 3:25. Пока все по плану. Лидеры гонки. Сейчас горочка. Седьмой 3:57. Восьмой км 4:05. Пока хорошо прям. Фух, сейчас первый гель.
9, 3.59. Нормально. Спуск начинается. Катимся вниз. Хорошо, что не жарко. Я много пил до старта, в туалет сходил, полностью прозрачная моча. Три двадцать девять. Поворот направо на обоя и пахать. Пятнадцатый, 3.31. Вторая, первая, совсем близко. Семнадцатый, 3.29. Осталось 4. Восемнадцатый, 3.37. Три 42, осталось 2 км. Надо терпеть. 3.45, 20, 1 остался. Блин, ура! Поздравляю! Спасибо. Молодец! Вторая девочка. Свинише! Красавчик, поздравляю! Спасибо. Спасибо, судья! Кадры давай потом. Скину.
Супер! Супер, супер! Надо дышаться. 17 ровно. Значит, 20. А что-то я тебя не видел? Ты убежал. Сразу. А я тебя сразу искал. Не, ты сразу бежал. Не, ну мне надо свой темп ловить. Иначе я перегорю. Ну я вначале тоже не свой темп поймал. Меня нам водозаборная накрыла. Тягунок. Спасибо. Ну я ничего без этого, без объема кроссового лишний поставил. Чингиз Ракпаров, он лыжник, не бегун, и час 16. Прыжки с трамплина и этот, беговые лыжи, да, получается? И у меня только 10 километров максимум. Полчаса работы. А, на лыжах, да? Больше не... Больше не бегаем, да. То есть это полчаса максимум работы. А ты когда вернулся? Или давно уже? Два дня назад. Ну, видишь, наверное, у тебя там компенсация. Может, после твоих сборов. Спасибо! Молодцы! Молодцы! Отлично! Молодцы! Молодцы! Поздравляем вас! Спасибо! А там только яблоки, да? Только яблоки или банан есть? А то это коробка под банана, да? Да, банан лучше, чем яблоко заходит. Так, давай пока более-менее тихо. Посмотрим, что тут у нас. Это было на максимум. Я чувствую себя очень хорошо, я прям очень доволен. Так, час 17.03. Быстрее этот fasted half полумарафон. Средний темп 3.38 на 2 секунды быстрее, чем я планировал. 21.20, 200 метров. Так, средний пульс 172, максимально 181 под конец. Супер, супер. Я сделаю потом анализ, но доволен. Чё, как ты? Да ничего, пойдет. Сколько? Час? 15? 12.40. 12, а ты хотел 14, блин. Улучшил на 2 минуты практически. Но свой на этой трассе. Ты, я видел, ты тренил днем, даже во время разы. Да, днем и ну, несколько тренировок. И ты что сделать, да. Терпел, видели, как видели. Бы вот это, вот очень подготовился. Да. Хорошо, ну, хорошо. Конечно, еще будем готовиться. Не, ты, если бы ты тренировал как обычно, то ну супер, супер. Да, конечно. Сам Петро, что набежал. Я час 17, нормально, 17, да. Нормально, нормально. А до этого сколько было на этой трассе? Час 18, вот на минуту рекорд. О, как ты? Все отлично. Че, как, сбегал? 51 минута. Супер, супер, супер. Да, мне нормально. Уже почти все финишировали, и вот тут такая большая толпа, промо-зона, там сзади пиво раздают, воду, есть зона для массажа. А чё, какое место? Четвёртый. А кто выиграл? Фронтайм, триатлонисты и третий, я не знаю кто. Как дела? Чё? Как пробежалось? 53 минуты. Вот и вечеринка кончилась. Все классно, как всегда. Спасибо организаторам, волонтерам. Их было очень много. Все хорошо. Все наши ребята из Хомрана, слава богу, довольны. Показали очень хорошие результаты, улучшили свои личники. Но самое главное, кайфанули. Это самое главное. И без травм, без всякого. Неделя заканчивается. И потом я сбегаю восстановительную вечером. И начнем новую неделю, самую последнюю, сложную перед Тенгри. Потом неделю отдыха. И посмотрим, как получится сотка.